Реорганизация детских садов и школ не должна пугать родителей. Об этом говорили на встрече с родительским комитетом школы номер 9. Главное опасение мам и пап заключается в том, что сад или школу закроют, любимого педагога сократят, и им придется искать новое место для образования своего чада. Но специалисты спешат успокоить – все останутся на своих местах. Плюсов у процесса реорганизации школы и детских садов немало. Это преимущество для детей и для воспитателей, что это больше возможностей для оказания образовательных программ расширенного спектра. С приходом реорганизации к занятиям с детьми можно будет привлечь высококвалифицированных специалистов, выйти за рамки привычных образовательных программ, тем самым качественно повысить уровень полученных знаний. Кроме того, прогнозируют и существенное улучшение финансирования учреждений. Для каждого его ребенок, конечно, самое дорогое, поэтому здесь вопросы и воспитания, и вопросы здоровья, потому что, конечно, у нас очень много детей, которые требуют особого внимания. Программа реорганизации будет проходить поэтапно. Министерство образования Московской области планирует объединить все дошкольные и школьные образовательные учреждения в единые кластеры до 2030 года.